мой подход, наверное, немножко неправильный, как бы меня будут ругать, но каким вы инструментом прежде всего пользуетесь? Я имею в виду вот учетный инструмент. Какие у него возможности? Затем специфика вашего производства. Она может сильно зависеть от специфики вашего производства, чем вы занимаетесь. То есть, ну, условно говоря, если вы какое-то горнорудное предприятие, если вы там добываете золото там, или уголь, или вы, например, предприятие, тот же завод, да, там, обогатительный, либо вы выпускаете трактора. То есть здесь сильно очень зависит от инструментов, которыми вы располагаете, и подхода вашей организации. Потому что все-таки вы должны в какой-то степени всегда ломать все нельзя и подстраиваться под все нельзя, да? А классификаторы различные, да. Можно использовать там какие-то общероссийские классификаторы изделий, да, на базе их создать. Если вы работаете в нефтегазовой отрасли, то, может быть, стоит посмотреть на тот же стандарт 14224, потому что достаточно много. То есть здесь это как мини-проект на самом деле, и то есть это нужно думать. Просто так сказать сложно.